Денег ему скинь сам. Ааа, блядь. Стрейд мне кинь. Заткнись, сука. Эй, мама садится. Он опять сдох. Как хочу, мне пойдешь, так посмотри. Блять, жестко, да? Блинкнулся нахуй! Чуть не поехал, блядь! Ой, бля, хорош! Бля. Там свичните водов, я пока тут. Мы все еще можем вайпнуться, ады. Ады, да, я тут убиваю щуплы. Вы там давайте адов убейте на. Казбейте! Все нормально. Казбейте. Я казбек, глаза в разбег. Ой, блядь. Бля, как это смешно, да? Бля, вообще самый легкий килл, нахуй. Пизда, бля. Я думаю, чё за трит? Чё в него хил не входит? Вроде бы только что на пул поднял. Бля, в комнате хилится. Снова нету, блядь. Васянри, как? То есть тебе придется менять яркость рабочего стола. Вот, а так... А чё, Дима? Да пошли, поиграем. А. Вот этот... Сейчас я только на чара всех зайду, посмотрю. А ты вечер-то купил, да? Да пошли, поиграем! Сука! Это лучший ответ, блядь! А чё он спросил? Погоди, пусть продолжает. Блядь! Я теперь так всегда отвечать буду, нахуй. Только вы не разбите, блядь, ещё играть не начали, блядь. Повторите, пожалуйста. А нам обязательно вообще играть? Может, просто так посидим? Да пошли поиграем! Чё он спросил? Заебал. Мне показалось, пойдёшь ключи. Да? Да, пойдём поиграем, Бернар. Вы заебали, не можете сказать, чё он спросил? Я спросил у тебя, ты видяху купил, что ли, себе? Нет, я просто спрошу. Да пошли поиграем, Бернар. Бля, не душите, пожалуйста. Блядь. А, нихуя время-то уже. Пиздец, совсем так поздно домой пришел. Ладно, пацаны, давайте до завтра. Да, давай, да, давай. Все. То есть ты завтра? Не, завтра. Завтра. Чё ты ржёшь? Не, я просто не ожидал, что прям до завтра. Я думал, ты так вот подгорел, так что прям совсем. Ты чё хочешь? Да чё? Завтра? Я чё, я говорю, я чё? Тебе истеричка, психона, ну просто такие моменты, ну, расстраивают. Бывает, да, я тоже бывает расстраиваюсь. Алло, Хорс, ты чё сказал? Я не услышал, куда ты завтра? Чё, ничего не сказал. Ага, понял. Ну, завтра ну давайте до завтра. Ты. Счастливо. Счастливо. А вы, кстати, а, там, блядь, у них появится, они играть уже не будут. Слава богу. Я тоже так думаю. Можно с вами просто общаться, а не страдать. Глядя на вас. А ты сильно страдаешь, да, когда общаешься? Да, очень. Бля, ну вот вчера... От одного до десяти. Вчера, позавчера ходили ж нормально, инсты. Сегодня, блядь, началась какая-то поебодина. Так там нормальные инсты были, верно? Тут... Блядь, пошли триумвират, блядь, взял лив. Ну... Ты меня не отхилил, и мне что делать? Ты я сам себя не могу отхилить, давай, ты меня не отхилил. Давай, до завтра! Чё там, да, чё там завтра? Давай, ты можешь объяснить, чё ты ржёшь, блядь? Да, давайте, ребят, до завтра! Видел, да, как я его забайтил? Просто одной фразой. Он уже перестал выходить.
Пошли поиграем, да? Бля. Ты что, видях купил новый? Все, идите нахуй, я не усну после этого.